Всем привет! Сегодня 3 сентября, первые выходные осени. Этот день знаменит для каждого из нас по-особому благодаря одноименной музыкальной композиции Михаила Шафутинского. Но ведь именно в этот день наши молодожены Татьяна и Богдан решили стать мужем и женой. Мы находимся в ресторане «Вестфалия», готовимся к предстоящей церемонии бракосочетания. Меня зовут Адамович Алексей, и я предлагаю всем нам пообщаться немножко с гостями, чтобы понять, к чему они готовы именно сегодня. Поехали! Представьтесь, как вас зовут? Таня. Виктор. Хорошо, подскажите, как вы думаете, кто будет сегодня зажигать на свадьбе? Вы знаете своих гостей, друзей. Вот как вы думаете, можете называть прямо имена? Саша. Просто тетя Инна. О, как вы относитесь к нашим молодоженам? Ну, это дело личное каждого. Кто-то относится очень положительно, кто-то так себе, чуть-чуть. Ну, кто как. Без понятия. Как вы думаете, кто сегодня меньше всего денег подарит? Вот, может, имена знаете? Ведущий. Это камень в мой огород сейчас, да? Да. Как вы относитесь к алкоголю на свадьбе? Позитивно. Я ведь только поздравить и уйти. Да? Все поняли. Будет видно уже по ходу событий, да. Заранее секреты не раскрываем. Аккуратно. Все, вопросов больше нету, правда. Сегодня, 3 сентября 2016 года, у нас родилась счастливая молодая семья. Дорогие молодожены, я приветствую! Всем привет! Сегодня 3 сентября, это день по-особому знаменит для каждого из нас, ведь именно сегодня, 3 сентября, в первые выходные осени, благодаря Михаилу Шафутинскому, мы здесь сегодня собрались.